Всем привет! Сегодня будем жарить пирожки с разными начинками. Тесто я буду делать с опарой. Кефир я подогрела. Добавила туда сахар, соль, дрожжи. И сейчас буду добавлять немножко муки. Добавила я муку и оставляю на 10 минут. Тесто я замесила. Месить долго не нужно. Отлипает от рук и готово. Тесто не должно быть слишком плотным, но и не мягким, так как пирожки в этом случае могут быть слишком жирными. Накрываем тесто пленочкой и отправляем в холодильник. Пока тесто поднимается, я готовлю начинки. Буду делать начинку из яблок с рисом, яйцом и картошку. Сделала я уже вот пирожки с картошкой. Это у меня уже будет рис с яйцом. Делаю такие кругляши. Картошка у меня лодочки будут. А с яблоками, наверное, буду делать треугольники. Ну все, могу уже последний этап будет жарко. Я их пожарю и все, готово. Яблочная начинка будет, буду делать ее треугольником. Посыпала немножко сахаром и немножко для вкуса ванили. Ну вот и все, такие треугольники получились. Все. Такие пирожки у меня получились. Всем приятного аппетита. И готовьте с удовольствием.